реально интересен, вот ты так, ну, да, в принципе, можно, ну, как-то рассмотреть что-то. Вот, я послушала, знаешь, у меня вот человек с усами был, вот кто смотрел видео из Абхазии. Я послушала его принципы, ну, про то, что у них в Абхазии, вообще, знаешь, что про Абхазию, что-то сейчас немножко расскажу про Абхазию. Давай, честно, я историю слушаю. Так, история про Абхазию, значит, да. В Абхазии, если ты приезжаешь, как приезжаешь, я так, поехала в Абхазию, меня там выбрали, сразу же, я по кругу пошла, ну, то есть так, там нельзя ходить, вообще. То есть там надо как-то поскромнее, и желательно прикинуться местным делом. Вот, потому что там абхазцы местные, они используют девочек, знаешь, типа, ну, выебать и выкинуть. Вот такой принцип в Абхазии, да? Вот, Абхазия — это страна без правил. Там... Ну, выкинуть это подразумевается, не перезвонить или из машины на ходу?